Рада вас приветствовать, дорогие зрители моего канала. И сегодня я для вас подготовила вот такой великолепный, незамысловатый узор, который отлично подойдет для вязания джемпера, кардигана, кофточки. Также можно связать палантин. Раппорт узора составляет всего 4 петли и 4 ряда. Для поворотного вязания наберите количество петель, кратное 4 и плюс 2 кромочные. Этот узор вам заменит лицевую гладь. Изнаночная сторона гладкая, а вот лицевая с бугорками. Наберите количество петель кратное 4 плюс 2 кромочные. Я набрала 14 петель. Первый ряд узора. Кромочную снимаем, не провязывая. Затем вяжем только изнаночные петли. В конце кромочной провязываем изнаночной. Второй ряд узора. Кромочную снимаем, не провязывая. А теперь из одной петли нам необходимо вывязать 3 по принципу 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Вот 1 лицевая, накид и 1 лицевая. Далее нам необходимо провязать 3 петли вместе изнаночной. Повторяем. Из одной петли вывязываем 3. 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Далее 3 вместе изнаночной. Из одной петли вывязываем 3. 1 лицевая, накид, 1 лицевая. 3 петли вместе изнаночной. В конце кромочной провязываем изнаночной. Третий ряд узора. Кромочную снимаем, не провязывая, и вяжем только изнаночные петли. Четвертый ряд узора. Кромочную снимаем, не провязывая. Затем смещаем наш узор в шахматном порядке. Сначала вяжем 3 вместе изнаночной. А далее из одной петли вывязываем 3. 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Повторяем 3 вместе изнаночной. Из одной петли вывязываем 3. 1 лицевая, накид, 1 лицевая. 3 вместе изнаночной. И 1 лицевая, накид, 1 лицевая. В конце кромочной провязываем изнаночной. И на этом все. Далее повторяем узор с первого ряда. Друзья, на моем канале связано много простых, но красивых узоров. Я их собрала в один плейлист. Ссылку оставила в описании под этим видео, а также в комментарии. И до новых встреч!